Привет, друзья! Наступил новый прекрасный день. После вчерашнего прекрасного вечера, когда было объявлено об отставке губернатора Александра Уса, сегодня пятница. Я думаю, многие из вас задумываются над тем, а как отметить это прекрасное событие, эту памятную дату. Уже вчера многие отмечали, как могли, обменивались звонками, поздравляли друг друга. Некоторые даже выносили фейерверки на площади, на поля и стреляли с залпом в небо. Насколько это долгожданное событие. Ну, конечно же, я думаю, большинство из вас не устраивает формат посмотреть видео, посмотреть новости, обменяться мнением с каким-то ближним кругом. Хотелось бы как-то широко гульнуть. Я, друзья, к сожалению, не могу организовать массовое гуляние, все еще это под запретом, митинг какой-то или еще что-то. Я могу организовать стрим, насколько возможно, позитивный, веселый, чтобы поговорить о тех 5-6 годах, ну, по большому счету, даже о 25 годах, что УС руководил Красноярским краем в должности губернатора или спикера. Добавить позитива, добавить шампанского. Если вы захотите, то прямых включений вас будет телефонная связь для того, чтобы выйти в эфир, кто захочет. Попеть песни, поболтать, порадоваться, произнести тосты вместе с шампанским, вместе с вами. Я предлагаю сегодня в 20 часов собраться за столами, перед смартфонами, перед мониторами и порадоваться всем вместе на YouTube-канале Краснюс. Поэтому жду вас сегодня в 20 часов.